Фрэнсис Нгану поставил мировой рекорд по самому сильному удару. Его удар равен 96 лошадиным силам. Это как быть сбитым Фордом Эскортом, который набрал максимальную скорость. Его удар тяжелее, чем удар 5-килограммовой кувалдой со всего размаха из-за головы. Охренеть. Стипе, и у тебя даже не намека на испуг, ничего такого, да? Нет, я ведь сам на это подписался. С чего мне бояться другого человека? Не надо, не ври, Стипе, не обманывай. Ты знаешь, что происходит, когда я попадаю.